Всех приветствую, это Аэрограф и я, и очередной ролик на канале, в котором мы поговорим достаточно, ну, на мой взгляд, интересные техники создания текстуры, причем это не только аэрография касается, это можно сделать как аэрограф, как каскапультом, так же, в принципе, это можно кисточками сделать, да, но получится не так красиво, как распылением. Вот, короче говоря, называется это у нас чеканка, хотя на самом деле можно разные эффекты, сейчас я об этом поговорю подробнее, и я думаю, что это будет интересно не только тем, кто делает какие-то большие проекты, да, как у нас у гитары, вот, но вплоть до моделистов, да, кто может применить это какие-то более-менее там, миниатюры с эффектом такого как бы до старого металла, что-то еще. Как это делается? То есть, ну, во-первых, понятно, да, то есть, что у меня гитара уже Кэнди, спрашивайте, что здесь за эффект металла, ее почти не видно. Вот она фотография как была. Гитара, ну, скажем так, до того, как мы ее в первичном виде, когда уже под лаком, но еще до Кэнди, мы просто решили разнообразить ее, как бы, да, и сделать вот ее здесь таким нарядным красным Кэнди. У меня специальный фонарик есть, да, чтобы было видно, как она, ой, какая она пыльная, как она играет, уже полежать она успела. Вот, сзади решили сделать таким-то ядовито-зеленым. Не знаю, в целом мне понравилось и так, как бы, что она без Кэнди была достаточно красивой, что мы решили пойти дальше и сделать ее под Кэнди. Вот, но суть в том, что чеканка, в принципе, известный уже метод, использовался давно, вот еще с другим художником делали бак такой мотоцикл, точнее, не только бак, там и крыло, и бак, в общем, делали мотоцикл. Применима она, на мой взгляд, как это сказать, масштабах, от мелкого моделизма, да, где можно мелкие плевки на небольшие наплевать аэрографом, вот, до стен, интерьеров, там, да, и как бы автомобилей, там, если очень хочется. Ее сложно лаком покрывать, потому что, как бы, да, вот здесь, ну, здесь уже хорошо, здесь очень толстый слой лака. Вот здесь, по идее, надо на самом корпусе либо так оставить, либо еще слой лака положить и просто их хорошо отполировать, потому что она... Есть у нее такой эффект, что называется, апельсиновые корки, но здесь это не апельсиновая корка, это, собственно, сама текстура, которая осталась в глубине. Как все это делается в приложении, в продолжении как бы этого ролика есть съемка ускоренная всего, что делалось. Но там, по большому счету, это грунтуется поверхность, да, на нее наплевывается что-то такое достаточно густое, то есть не сильно разбавленный материал на низком давлении, либо вообще, как я сказал, можно кисточки взять, как бы, да, и маски какие-то наделать. Вот мы здесь использовали полностью Createx. То есть это все водорастворимые материалы, кроме лака. Лак, вот здесь лак двухкомпонентный, жутко вонючий. Ну вот, но об этом отдельно. Ну вот, короче говоря, наплевывается текстура. Аэрографом это делается даже без специальных... Есть воздушные головы у Хардера, у Бангера, я знаю, есть специальные воздушные головы, которые называются Splatter Cup. Вот она будет, она именно предназначена для того, чтобы делать такие вот эффекты плевков. Но, по большому счету, если делать аэрографом, то просто это вместо того, чтобы сначала нажимать воздух, забываем самое главное правило аэрографиста номер один, и сначала мы отводим триггер для материала подачи, да, потом мы нажимаем его воздух. А коротким нажатием он получается, что выплевывает краску, которая вот уже пошла на соп. То есть это надо достаточно как бы, ну, руку набить и делать часто, потому что, ну, зависит от того, какую поверхность покрыть. Вот, и, соответственно, давлением можно регулировать размер этих плевков. То есть, там, да, побольше давления не будет успевать разбиваться, поменьше плеваться. Если хотите миниатюру какую-то сделать, да, с таким эффектом, если побольше, то вообще лучше взять краскопульт, как Женя, собственно, делал эту гитару краскопультом, и уже из него то же самое, низким давлением, постоянно нажатием курка, все это дело уплевывает. Как только наплевали, все это высохло хорошо, наносите сверху слой, соответственно, который у вас будет второй. То есть у нас здесь было первое серебро, второй сделали черный, да, чтобы был там эффект такого, как бы, ну, то ли чеканки, то ли, я бы сказал, даже, наверное, это чеканка серебра черненого такой, как бы, да, ну, выглядит неплохо. Можно экспериментировать. То есть вообще можно сделать не один цвет, да, можно два цвета сверху разных сделать, когда они будут вытираться, у них будет такая игра интересная того и другого. Можно взять ядовитую зеленую гитару, самую сделать, ну, точнее, даже не гитару, а просто что угодно там, да, основу. Вот на нее желтым, еще каким-нибудь там сверху оранжевым. И вот все это дело будет такое ужасно галлюциногенно, вот, но тем не менее применимо. То есть, да, можно постараться сделать эффект камня того же стиля. То есть взять коричневую какую-то основу, либо желтую, да, и сверху коричневым покрыть. Меньше крошку сделать будет гранитный эффект, да, больше там будет какой-нибудь песчаник. Вот, ну, короче говоря, полет фантазии, если освоить сама технология. Причем сама технология уже простая. С текстурой заливает тонкий слой цвета и просто потихонечку все дело вытирается, да. Соответственно, чем у вас мельче размер самой детали, как бы, да, и крошки, тем меньше желательно брать вытираемую поверхность, вытирающую поверхность.
Вот, то бишь, как ее называть, шкурку. Он себе говорил, что шкурка – это неправильная шкурка, она на жопе у удара. В общем, не там. Это абразивная бумага. Это абразивная губка, бумага, либо какой-то блок. Зависит от того, какой формы изделия, все это дело потихоньку вытирается. Ну, вот, можно также, как здесь есть, там, да, какую-то ту, текстуру, точнее, текстуру, а узор в текстуру вставить. Ну, вот это все тоже есть в видео, там клеится. Клеится трафарет туда, как бы, да, который изначально не за это самое, не закрывается, а потом просто отдельно пририсовывается, поцарапывается. Смотрите, есть вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить там, да, если сам не отвечу, Женю привлеку, чтобы ответил. Как все это сделано, какие вопросы, как можем помочь, будем, я думаю, что рады. Вот, а если не рады, но все равно поможем, стиснув зубы. Короче говоря, вот, смотрите, наслаждайтесь, надеюсь, было полезно. Всем счастливо, пока. We'll be right back.